Музыкальный спектакль «Сердца города» для большинства актеров – первый театральный опыт. Айгуль тренировалась 2 месяца, чтобы на сцене ее голос звучал уверенно и, главное, вдохновляюще. Требуем небо в алмазах. И требуем небо в алмазах. Останьтесь самими собой. Победив страхи, найти дорогу к любви. История людей с подорванным здоровьем, основана на реальных событиях. Главный герой Айгуль и Иван женаты и когда-то также преодолели себя, чтобы быть вместе. Остальные в постановке играют сердца города. Они не разговаривают, но каждый из них особенный. Екатерина Егорова влюблена в театр, пишет пьесы, решила попробовать себя и в роли актрисы. Ну, вообще, я хотела бы, чтобы он оставался в моей жизни, как бы, потому что у меня очень много увлечений, я что-то бросаю, что-то опять возвращаюсь, и мне бы хотелось, чтобы театр долго жил в моем мире. Театральный клуб «Эмоции» инклюзивный. В нем занимаются как люди с ограниченными физическими возможностями, так и здоровые. Притом все они взрослые. После 3 месяцев уроков актерского мастерства, а потом репетиции, возникшие поначалу границы между 2 мирами, стерлись. Эти люди, они такие же люди, как мы. И... очень веселые, очень творческие. Да. Жизнерадостные, с ними интересно просто во время перерыва поболтать, пообщаться, посмеяться. Такая площадка, где нет никаких границ, и физически какие-то твои трудности, они вообще не имеют значения. Главное – твое сознание, твое желание, твои мечты и действия. Я буду ждать чуда, храняя веру, имея терпение, не теряя надежду. Вера в себя, сила духа помогла им выйти на сцену. Премьера спектакля уникальных артистов состоится 10 декабря, в последний день декады инвалидов. Творцы театра «Без границ» надеются, что это лишь начало, и рады принять новых артистов и, конечно, помощь от казанских профессионалов. В задумке еще один спектакль. Над ним актеры начнут работать сразу после премьеры «Сердца города». Каким он будет, остается тайной. Известно лишь, что премьера состоится в апреле. Кстати, как говорят участники проекта, выпускают они будут по 2 спектакля в год. Елизавета Саляхова, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».